Краснодарский край, станица Северская, улица Пугачева, 28, Коваленко Елене, 9 июля 44 года. Здравствуй, мать. Сестра Лена и Муся. Получил от вас письмо, за что очень благодарен. Получил от Ивана письмо. Он выслал мне фото, пишет, что пока все хорошо, уже наступают. Я живу пока тоже хорошо. Ну, мама, тебя интересует, на какой другой работе я? Могу описать. Сейчас я командиром всех автоматчиков части. Работа не пыльная, работы очень много, и притом очень серьезная. Сейчас я немного болею, мне должны делать операцию в ноге. Не знаю, как получилось, плохо у меня с левой ногой. Но это пустяки, сейчас у меня очень много работы. И вот сегодня я вам пишу письмо, пока свободно, но через 2-4 дня у меня совсем мало будет времени, так как пойдем вперед на запад. Пойдем в Польшу, посмотрим и там. Так что если будут от меня письма редко приходить, прошу не обижаться. Почему-то я Зоиного жениха-то и не знаю, и что там? Что, все выходят замуж? И вот у меня просто созрел вопрос, за кого они выходят? И второе. Лена, ты тоже, наверное, скоро выйдешь. В отношении этого я могу только одно сказать. Мама и Лена, смотрите, чтобы не получилось так, как Марии Невмываченко. А как, сами знаете, но желательно, чтобы на свадьбе и я побыл, и выпил вместе с вами. Я, конечно, жениться не собираюсь еще 10 лет, а там посмотрим. Иван также не отделается. Что, он натихую женился и ладно? Я на него, если попаду, то и жизни не дам, если не поставит литры. Ну вот все, скучаю по вас. Пока, до свидания. Через 3-4 дня вступаю в жестокий бой. Пишите чаще, ваш Николай.